Сотрудники отдела исполнения административного законодательства Межмуниципального управления МВД России Бийская совместно с участковым уполномоченным выявили подпольное казино и пресекли его деятельность. Нелегальное заведение скрывалось под вывеской туристического агентства и находилось при стройке многоквартирного дома, расположенного в деловой части города Бийска. Визит в игорное заведение полицейские нанесли ранним утром, поэтому посетителей на этот час помещений не оказалось. Но антураж и специфическое оборудование данного заведения красноречиво говорили о его предназначении. По периметру зала стояли подключенные игровые автоматы, в центре покерный стол с набором фишек, имелся бар с широким ассортиментом алкогольных напитков. По данному правонарушению вынесено постановление о возбуждении административного расследования. Изъято 7 игровых автоматов, колоды карт и несколько наборов фишек. С начала нового года бийские полицейские пресекли деятельность уже 6 незаконных игорных заведений, конфисковали 62 игровых аппарата. Работа в данном направлении продолжается.